Привет, ребята, это исследователь, небольшой обзор сидра самков, 4,5%, ну как все яблочные сидры. Надпись на английском, что-то мне не очень это нравится. Пробка закручивается, это хорошо, цена около 60 рублей что-то. По вкусу нормальный, но единственное, кислый. Все они почему-то делают кислые, потому что добавляют лимонную кислоту, поменьше кладите, не надо такой кислый делать. Сделал Пенза, Объединенные Пензенские водочные заводы. Нижний Ломов. Ну так вот, неплохой напиток, я бы оценил на четверочку его. По-моему, у меня уже был в обзорах этот сидр, но получше пива в любом случае. Ну, может, сахара туда добавить, чтобы не был такой кислый. На этом все, пока, ребята, подписывайтесь.